Так что он готов, у него сил много. Ну, где их нам дадут? Вот это да! Здорово! Я рассмотрю. Круто? Сейчас тебе торт расставить, так что ли. Я дал бы тебе радио. Пакет потом. Одна потом. Постовой стоит. Задувай! Молодец! Поздравляем! Давай! В темноте показывает. А это что там за солдат стоит? Скажи, это полицейский. Полицейский. Гаишник или кто? Гаишник. Олень, какая хрючка у гаишника. А что у него ухо? Одно лопоухое, другое нет. Это что за знак? Кирпич. Кирпич, а это что за знак? Главная дорога. Вот это? А вот это что такое? Фу, они какие вонючие, выкидывай их. Фонтан их называют. А на зеленый свет. Вот это, вот это что за знак? Вот это, что за знак? Главная дорога. Да как главная дорога? Это осторожно, стоп какой. Правильно он тебе сказал. Правильно он сказал. А ты кирпич кушай. Бери палочку. Кирпич. Олег, на зеленый свет что надо делать? Стой, машина, на зеленый свет, да? Мастер, ушел, да? Знак. А светофор? Сладенько. Запить бы, да? А вот. Он сказал, я только один кусочек. О, облился Хрюша. Так, дай светофор. Давай кусочек отрежем, давай. Гаишник. Нет, наверное, палку гаишник. Сейчас прожует что-нибудь, откусит. Гаишник. Елку в темноте грызнул. Лиля, скажи привет. Да, разрезать надо. Надо? Нет, что? Ты поешь вот эти, правда, поешь. На тарелку надо, нужно машинку выбрать. Олег, слышишь? Все, мастика не жуется. Олег, давай мусор. Кепку отгрыз. А полностью голову. И ухо полицейскому отгрыз. Кусай. Проешь это, проешь, подождите. Палочка. Все. Все, мент без головы остался. С фадичкой. Да, она не жуется, это мастика, она как пластилин. Вон падает голова. Ой-ой-ой. Мы его ушколим сюда. Ну все, режем торт. Угощаем гостей. Аишники тут стояли, он говорит, мусора стоят. Светофор едет. Правильно. Главное откусить голову, все остальное не важно. Да и дай голову. На тарелочку складывай себе. Красивый светофор. Вот это да. Вот тарелка.